Ну, наверное, вы уже все видели полно разных замков, которые теперь позволяют вам открывать ваш дом через айфоны, ваши телефоны. Вы можете это делать издалека. Вы можете выставлять разные, как бы, разрешения людям заходить к вам домой. Но этот замок делает еще что-то более интересное. А вот этот замок от компании, которая называется Goji. У них сейчас есть на Indiegogo есть свой, как бы, проект, который они начали. Вы можете там зайти, прочитать и помочь им с этим проектом. Вот так вот выглядит замок. У него здесь есть небольшой экран, который сейчас, к несчастью, не работает. И также в него встроена небольшая камера. Как только кто-то открывает ваш дом, вам сразу на телефон приходит фотография этого человека. Что интересно, работает это через Bluetooth и также подключается к вашему домашнему Wi-Fi. Чем это интересно, Bluetooth позволяет вам, когда вы подходите к нему близко, он будет знать, что это вы, автоматически открывает вам дверь, то есть вам его даже не нужно трогать или вытаскивать телефон, замок вот так вот работает, а Wi-Fi вам позволяет кого-то впустить, если человек пришел к вам домой, вы можете из любой точки мира открыть ему этот замок. Так что вот так вот выглядит сам аппарат, у вас здесь есть время, число и тот человек, который сейчас заходит, потому что вы можете также раздавать другим людям ваши ключи. Кроме того, что вы можете кому-то другому через вот это приложение послать ключ, вы также можете поставить, что этот человек может приходить к вам домой, скажем, только во вторник между часа дня и 5 вечера. Это уже удобно, если, скажем, к вам приходит няня, уборщица, вы можете выдавать им ключи, которые будут им позволять заходить только в специальное время. Работает это все вот так вот, что как бы сам замок сверху, вы также можете открыть это обычным ключом, потому что сзади у вас обычный замок. С другой стороны, все выглядит достаточно просто. Вот такой вот замок, который открывает и закрывает, а внутри вот здесь вот сейчас, давайте just take it off, а внутри все работает на обычных батарейках, и это вам хватит на год, без того, чтобы вам пришлось менять батарейки. Так что вот так вот выглядит Goji Smart Lock. Он чем-то напоминает термостат от Nest, если вы знаете эту компанию. И, в общем, теперь вы можете открывать свой дом с любой точки мира. Вы можете подходить, заходить в дом без того, чтобы вам приходилось вытаскивать ключи. И все это вот через такой вот небольшой замок. Опять же, Goji, заходите на их Indiegogo и помогите этому проекту выйти на рынок.